Ну что, друзья, привет, с вами Пост. Проходим Outlast 2. И тут творится полнейшая дичь. Лин занимается журналистским расследованием убийства беременной женщины, прошедшего при невероятных обстоятельствах у одной из деревень Аризоны. Вы Блейк, ее муж, помощник и оператор. Снимайте все, что видите. Ни один из вас не умеет драться. Чтобы справиться с ужасными, ожидающими вас в пустыне, единственные варианты – бежать, прятаться или умереть. Сион, о, Сион, забивавший камнями посланных тебе пророков, и теперь твой дом пуст. Сохраняемся. Я тут! Мне тоже. Кстати, прохождение записываем ночью. Я так полагаю, что мы не долетим. Во всяком случае, если долетим, то с повышенной скоростью и вертикально вниз. Что ты несешь, женщина? Я уже понял. Привет. Мы записываем передачу. Ну давай, давай. Да сотку сама себя задушила. Явно, как ты, мой друг, подвешивалась на галстуке в шкафу. Как неожиданно и приятно. Прямо не ожидал. Но хватка у него хорошая. Эх, Outlast 2, друзья, начнем же. Не проходил первую часть игры. Начинал, но она показалась мне очень скучной. Здесь же уже что-то поновее, поинтереснее. И многие советовали ее пройти. Здравствуй. И прикольно. Я так понимаю, что это какие-то светлые воспоминания прошлого. И нам нужно идти за ним. Напоминает школьный коридор в Соединенных Штатах Америки. Если в вашей шарашке такие же коридоры, ставим лайк. Like.
типичные выходные в моем районе. Каждое утро, гуляя с собакой, наблюдаю таких агентов. Именно, мой друг, именно. Просто божественно. На самом деле не понимаю, что здесь происходит. Окей, мы идем искать Лин. Оптики, соответственно, у нас нет. И куда нам идти? Я так понимаю, что прыгать нам не вариант. Но походу тут другого пути нет. А нет, можно прыгать. Отлично. Паркур. Это для пацанов. Лох паркуром заниматься не станет. Лох будет бояться. Да и вообще странно. На самом деле. Крипово здесь, друзья. Крипово. Так, мы спускаемся с выступа. Внизу туман. Натуральный московский смог. Ничего страшного. Атмосферненько. Лин не отзывается. Я так полагаю, что она не сгорела. А может быть и сгорела. Так, экран заплыл. Я так полагаю, что это... Ага. Мы нашли бинт. Продолжаем движение. Нам необходимо ее найти любой ценой. Ну все, другое дело. Другое дело, но я так полагаю, что аккумулятор, он явно не бесконечен. И батарейки сгорели прямо там же. Ну да, на пилота совсем не похоже. Ладушки, продолжим искать. Лид. В общем, душная баба. Что я могу вам сказать? Оборачиваться я не буду, потому что это выглядит вообще как-то... не алло. Камера садится. Я так полагаю, что совсем скоро у нас... Нет, ну, жизнь тут явно есть. На самом деле. Давайте перезагружать камеру. Я вот думаю, а лучше с или без? Попробуем без ночного видения. Пойдем на свет, посмотрим, что там.
Это лучшая затея — идти на свет в такой зоне. Так. Будем заглядывать за стену. Какой-то ты интересный мужик. Я так полагаю, что к нему идти там не совсем камильфо. Нам его желательно обойти. Не, ну так нечестно. Беда в том, что мы не умеем драться, а наш враг точно умеет. И я так полагаю, что это его была затея. Ага. Слышу где-то вдалеке крики. Попробуем включить ночник. Интересно, он и не слышит, и не видит? Или не слышит и не видит? Окей, продолжаем наш путь. Нифига ж себе, он тут мутит дичь. Блин, чувак реально отвязный. Ага. Понятно. Я так полагаю, что там дороги нет. А это единственный путь. That's fucked up. Ну и... А реакции ноль. Парадокс. Ага. Понял, что за окно. Если тоже сжалось, ставь лайк. А я так полагаю, что он у нас любитель человеченки. Ах ты, негодяй старый. Странно, куда пропал наш друг? Ох, судя по крестам, явно он любит путников и туристов с камерой. Ну ничего. Так. Песнь «Дитя идет, готовьте нож».
созданию ночи, и матерь за грехи свои несет врага внутри. Славься, Боже, бурю шли, нам неведом страх, враг родится, чтобы сгинуть в храмовых вратах. Живот растет, растет дитя, посланец тьмы и сил. О, врат, мы молимся, и свой готовим нож Иезекииль. Понятно. Ничего интересного, ничего не понятно. Тут кто-то родился или родится, или тут просто общественный туалет. Странная красная комната. Я думаю, что... любители уединиться оценят. О! Братская могила. Так бывает. Так бывает, мой друг, ничего страшного. А, у нас еще нет аккумулятора. Прекрасно. Мы пока не готовы кататься. Ну отлично, мы сохранились, ничего не видно, это не качество съемки. А крик? А крик где-то здесь. Так, я что-то вижу. Надеюсь, что это мне поможет. Ух ты! Оказывается, батареи спрятаны в домах. Блин, классно. Классно. Нет, на самом деле, можно играть, да, без, но я пока не готов. Потому как реально очень плохо. Ага, понятно. Понятно. Соберем бинты. И я так полагаю, что нам здесь не сильно рады, раз все двери закрыты. И тут я понимаю, целое поселение любителей человеченки. Ну, на самом деле, я думаю, она будет еще очень долго кричать, нам к ней еще очень долго идти. И если бы ее очень сильно хотели убить, ее бы уже убили. К тому же, друзья мои, мы не умеем драться. Хоррор есть хоррор, никуда не денешься. Так. Пробрались сквозь выгребную яму. Да, другого пути, к сожалению, не было. Так. А куда нужно передвигать? А ну-ка. Так, ага, понял. Голоса где-то вблизи. Я так полагаю, что мы забрались не туда. Но, судя по звукам, мы рядом. Так, я полагаю, у нас завязка сюжета. Паркур тоже не твое. God wants me dead? Okay. Кто умер? Куда умер? Где вообще? Что происходит? А, тут камеры. Все, все ясно. Продолжаем в том же духе.
Ну, на самом деле ничего удивительного. На самом деле странно, что мы до сих пор живы. Но если кто-то и захочет нас убить, то я считаю, что у него это непременно получится. Иначе быть не может. Но на самом деле реализация пока не очень красочная. То есть... Ага. Я так полагаю, за стеной кто-то есть. И наша камера что-то слышит. Странно. Странно. Самое время искать батарейку. Вовремя. Ну, конечно же, бродят. На самом деле, я так понимаю, что нам нужно дождаться, когда исчезнет шум. Блин, просто хотел посмотреть, что под кроватью, поискать батарейку. Батареек вообще, блин, очень мало. Очень мало. Я так полагаю, что сейчас у нас иссечет заряд. Бля. Бля. Интересно, найдет ли он нас или нет? Нет, потому что он тупой даун. А это говорит о том... Привет, братишка. Не, ну это не серьезно. Ага. Не, я от тебя убегу. Ага. Только куда бежать? Не, ну братан, это вообще вот не то. Ух ты. А тут оказывается целая секта, которая любят папочку. Неожиданно. Так, любимая, будь сильной. Папа говорит нам на каждой службе, что Господь помнит о наших грехах, в наших снах. И мы должны смотреть им в лицо, если мы хотим оставаться с Господом. Если видения становятся хуже, и если они... Так. Если они в наших открытых глазах, это значит, что невзгоды приближаются, и что будет нелегко. Но по ту сторону нас ждет Рей. Странно. Допустим. Бог, люби нас, и никогда... не даст больше, чем мы можем вынести. Всегда твой Филипп. Блять, Филипп был наркоманом, 100%. Ускоримся, посмотрим, что это. Сейчас помогу тебе, душная ты бабенция. Игра, которая учит проходить тебя сквозь щели. Ага.
Ну, я так полагаю, что... Так, вот это вот дерьмище почитаем потом. Ну давай, доставай камеру-то. А фотку как сделать-то? Ага. Понятно. Класс. Класс. Качественный замок. Открываем дверь. Ага. Понял, понял. Начинается темница. Но я так полагаю, что ее сюда утащили. Если она даже каким-то чудом бы и могла. Так. Хорошо проходить эти маршруты. Ух ты. Так. Я куда-то провалился. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Ну, вроде где-то там, а вроде и не там. Ты жива или нет? Я так полагаю, что уже давным-давно нет. Окей, ты говоришь. Да, он шевелится. Еще непонятный дед напал на нас. Всегда в таких играх первая мысль, а куда идти? А где ты? А что здесь делать? Я так полагаю, нам здесь не сильно рады. Значит, логично, что локация наша и задача стоит в стенах этой комнаты. Не, ну это вообще не серьезно. Вот, отлично. Я понял, как можно отдалить экран. Так, тут был пол. Обращения идут постоянно к какому-то папе. Я так понимаю, что здесь все не так-то просто. И папа у них здесь местный авторитет. Дальше попробуем разобраться. Батарейки, к сожалению, нет. Я так понимаю, что на этом трэш-кэ основан, чтобы нельзя было подсветить все локации и определиться, что же все-таки игра от тебя хочет. Ну, что ж. Придется искать что-то здесь. В этом темном, грубом, грустном подвале. Нет, тоже нет. Тогда разберемся, что здесь, к чему это все и куда нас приведет этот путь. Тут есть и почему не сюда? Ага. Потому что нам здесь что-то мешает ходить. Все, я нашел батарейку. Надеюсь.
Да, это она. Пока невозможно взять фонарик. Здесь у нас также присутствует какое-то помещение. Доступа к нему нет. Клетки, клетки. Это мы уже читали, там ничего интересного. Нет. Тебе мы по какой-то из причин помочь не можем. Ключ. Я понял. Так, окей, дверь блокируется, значит, мы можем обойти здание, да? Не-а, не можем. Ладно. Ну, раз смогли выбраться, то должны смочь и... Ага, то есть сквозной двери в принципе нет. Эта дверь блокирована. Интересно, в каком агрегатном состоянии мы найдем подругу? Будет она тепленькая или холодная? Как считаешь, пиши в комментариях. Ну или не пиши. Ты же вряд ли умеешь писать. Так, ну это не серьезно. Я понял. Ага. То есть все пути обязательно идут через свет. Не, братан, ну вообще, ну вот. Надо помочь. Он просто тоже верит в папу. Поэтому, в принципе, здесь ничего удивительного. А, вот их папа. Я понял. Верят в гопника отмороженного бандита. Ну, в этом нет ничего страшного. В принципе, таких, как он, очень много. Отлично. Запас батареек нам явно не помешает. Вот говорю вам, в первую часть не играл. Не проходил полностью. Не знаешь, где, что, чего, как это все происходит. Так, а как залезть в шкаф? Ага, отлично. Скажу я вам, не совсем понятно, что здесь происходит, для чего это вообще надо.
Ну где же ты? О, God, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Hey. Давай убегать, Алин. Lynn, where are we going? Ты живая? Away from here. Anywhere but here. Окей. Ah! Oh God! Oh, what is it? My stomach. It hurts. Something's wrong. Fuck. Ну еще бы не так. Прыгаешь с второго этажа. Животом вниз, конечно, будет болеть. I have to stop. I just. I need. Oh God. Jesus Christ, Lynn. What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here. Да, давай выбираться, Лин. What did they do to you? I can't talk about it. Please don't ask me. After all these they're coming. After all they're coming. Our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world brought with her the foul burden we've been awaiting all this time. Interesting, interesting. What? I performed the examination myself. He's insane. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. Pregnant. What the fuck is going on? I can't. Not now. Let's just get away from this place. Please. Okay. Soak the earth with their blood! Rip the devil from her belly and crush it beneath your boot heel! Stay back! We'll be taken off. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God, no! God wants the child. God wants the child. Get off me! Get off me! God wants the child. No, you! No! You motherfuckers! No! Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Lynn! Fuck you! Here it is! I've watched my father. Fuck your God to death. Blake! What? Shh. Lynn, no! Wait! No, wait! Don't! There you go. No! No! Oh. For fuck's sake! Shit! Take her home. I want to share my love with the father. Motherfucker! God doesn't love you. Not like I do. Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again. Блять, тот еще петушара. О, shit! Lynn! Lynn! Только вот сознание сейчас терять не надо. Jesus! Jesus, God! Fuck, where are they? Heretics. They called Lynn mother.
It's not just a cult. It's two sides. Christians and something else. Да, реально сатанисты. Вот опять же, мы бежали отсюда или сюда. Если сюда, вон фонари, и они идут сюда. Я убегаю от них. Если я убегаю от них, я тоже бегу по воде. И тоже бегу сюда. Так, я так полагаю, что... Под водой слишком долго сидеть у нас не получится. Но все же. Давай, дружок. Найди путь. Куда-нибудь. И иди. Вот во всем же Обама виноват, правда? Или Трамп. Вот. Все эти американцы придумали. И в подъезде у меня. Я так полагаю, что нас засекли. Дружок, ты где? Не вижу ни его, ни его фонарика, ничего не вижу. И не только не вижу, но еще и не понимаю, что происходит. Дружок, давай прекращай эту историю. Ух ты. Не, ну это не серьезно. Ну что ж, друзья, Лин мертва. Надеюсь, что он нас не найдет. Всем удачи. С вами был Пост.